Диаграмма просмотров за 28 дней на вечер 22 августа. Вот она выглядит так. Ну, это вершины и долины, вот тут, а тут море, да? И резкий пик на берегу моря. Вот такая диаграмма. Потом перевал и второй пик. Вот таким образом выглядит эта диаграмма. Теперь по цифрам. Понедельник 25 июля 2022 года был 165 845 просмотров. Потом во вторник 6-го резкое падение 61 023, ну и еще снижение. А потом вот упало до 20, ну почти до 25 тысяч, в пятницу 25-го, или потом подъем небольшой, еще спад. И понедельник 1 августа 178 457 просмотров. Потом снова спуск в долину. Вот здесь была такая достаточно такая, скажем так, высокая долина. 8 августа 156 929, ну а потом во вторник 9 августа 72 тысячи, ну почти 73, в среду 57, в четверг 53, а потом было падение пятницу до 28 тысяч, и море, да, ну, море 6 тысяч, 5 тысяч, 4 тысячи, и даже было 4, и было 3. Потом был подъем резкий, вот скачок в четверг, пятницу 50, ну почти 60 тысяч, можно сказать. В субботу 97 771, там, ну да, до субботы это много. И воскресенье 148 344, для воскресенья это тоже очень много.